9, время 12:50. Мы едем вот таким вот паровозиком смотреть северных страусов, да, на ферму. Северных страусов. Река Кола, проезжаем мост через нее. Кока-кола, да, река Кока-кола. Северные пейзажи, гаражи. Я не знаю, Сашуль. Это страусиная ферма? А это страусы? Нет, вот она, с другой стороны. Какой забор интересный. Вы не были здесь? Погнали дальше. Смотри, какой забор прикольный. Выехали из сугроба. Блин, я уж думал, что догнались. Оказывается, это Серега стоит. Так, встреча приключилась. Если что, у нас здесь есть вот такая машина в распоряжении. А вот смотрите, страусы. Вот туда. Вот это место. Вот сюда. Вот это место. Страусы. Страусы. Вот она. 60 метров. Мурманская страусиная ферма. Аншлаг. Смотрите, аншлаг. Аншлаг это... Закрыт, что ли? Страусиная ферма. А это бескрайние просторы. Идем посмотрим. О, ребята в интернете есть. Если что, вот режим работы. А вот и оно, дерево, страусиная ферма. Небольшая, конечно, но прикольно. Детям нравятся батуты. Смотри, он уже на страуса залез. Вот это. Да, у нас полярная ночь, если что. Но пока день, время час дня. Видите, какой зарево. Свен? Да. Свен? Ты Свен? Или ты Рудольф? Когда-нибудь видели северного оленя, а? Нет! Кушать хочет. Вот, браслетики сколько стоят? А? Не знаю, как одеть? Да никак одеть, неси в руке. Неси в руке. Бегом. Саша. Пойдет добавить. Поэтому
Ешь. Красавчик, молодец. Смотри, какие прикольные ребята. Стрижка у тебя вообще огонь. Модная. Чувачок. Просто красавчик. Модная. А ты думаешь, кто бы ему дал поесть? Кто бы ему дал попробовать? Нравится, да? Саша? Да. Красавец. Это Рут Гуллит. Привет. Как дела? Что у тебя с носом? А? В земле ковырял? Жук. Да? А? Не будешь меня клевать? Ладно. Протягивай. Еще есть? Вот. О, смотри. Бодаются. Ну, быстро, ближе, ближе, дай он сейчас. Ближе, давай, не бойся. Ну давай, корми. Баба, я его... у меня нет ничего. Пошли. Овца, баран, олень северный. Овца курдючной породы. Вот она. Привет. Баран романовской породы. Баран, привет. Осел домашний. Привет, осел. Хорошо, их тут тепло. Один рог растет, да. Один рог. Ты не хочешь капусту есть? Вот. Сейчас, рожок, подожди. На. Молодец. Роги, смотри. Ой. Ой, смотри, Сашуль, смотри, какие ягнята. Это козлята. Павлин, павлин. Павлин, павлин, павлин. Павлин.
идем. Енот Колоскун, они все вот здесь тусуются. Привет, давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Енот. Мама, еще один. Еще енот. Еще енот. Привет, еноты. Лапы вам поехали. Дай лапу. 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 Уходим мы из вот этого помещения. Сейчас посмотрим, что там будет. Угодья. Небо, да? Смотрите, какое небо. Огонь. Ну, тут стандартно цесарки. Фазан золотой, желтый. Все замерзли и все греются. И там у себя в курятниках. А тут як. Хрюкающий бык. Это символ наступившего года. Да, пап, бычок. Если там еще это як. Вон он стоит. Хрюкающий бык. Это як. Хрюкающий. Красавчик, похож на ламу. Да? Да, вот этот. Вон она. Что? Что случилось? А? Йоки вышли. Йоки вышли. Интересно, хрюкать будет? Нет? 22. Ага. Ну, мы выезжали, по крайней мере, в зверосовхозе. Было 22. Красавчики. Вот им пофигу мороз. Да? Яки. Папа и мама. Такая небольшая обзорная экскурсия подошла к концу. Вот тут вот. Ёлка, бычок и небо. Свет, какой чай? Че? Да нет, прыгайте, если хотите. Да, дружок? Не, я вот так присел, а он меня прям дынь. Да? Не будешь бодаться? Хороший. Идем смотреть кого-то. А это здесь что ли? Душно. Ты что залип? Пошли. Идем, идем. Идем. Поехали. Мы сейчас поедем еще посмотрим большой-большой памятник. Пошли. Пойдем. Теплое только. Да, небо здесь просто находка для фотографа. Да, выехали мы с
страусиной фермы. Движем. Суровая северная красота.